Век современных технологий, когда у многих детей есть мобильные телефоны, актуальность набирают всевозможные программы отслеживания местонахождения ребенка. При их наличии родители могут не переживать за то, где их малыш. Но зачастую такие приложения платные. Разработчики программы 112 решили помочь своим пользователям и создали бесплатную функцию определения геолокации. Год учебный начинается через неделю. Родители все, как обычно, волнуются, где ребенок, как он дошел, пришел ли он в школу, ушел ли он из школы. Так вот, это мобильное приложение позволяет, связав два телефона ребенка и родителя друг с другом, ну, скачав это приложение, связав их друг с другом, практически это все очень просто делается, отследить местоположение этого ребенка. Скачать приложение можно на любое мобильное устройство, которое поддерживает системы Android и iOS. После необходимо зарегистрироваться, в разделе «Связанные контакты» ввести информацию о человеке. Отслеживаемый должен подтвердить запрос на раскрытие своего местонахождения. Важно, чтобы приложение было скачано на обоих телефонах. В случае, если ребенок удалит приложение самостоятельно или принудительно, родитель тут же получит сигнал о прекращении работы функции. Примерно похожим пользовалась часами с геолокацией, поэтому вполне, да, необходимо всем детям. Вы бы установили такое своим ребенком? Да. Через приложение ребенок может информировать родителей о своих передвижениях. Например, когда пришел в школу и когда вернулся домой. Родители могут задать на карте радиус разрешенного нахождения ребенка. Если он выйдет за дозволенную территорию, на мобильный придет сигнал. Однако такие меры некоторые взрослые считают перебором. Тотальный контроль. Вот вас контролировали в детстве через приложение? И что, что-то плохо с вами, что-то не так? Я считаю, что это перебор. Ну, не надо это. Тем не менее, все функции приложения 112 позволяют родителям меньше переживать за своего ребенка. Ведь в случае, если школьник попадет в беду, он может нажать на кнопку, и сигнал о чрезвычайной ситуации попадет в центр обработки вызовов. При этом оператор ЦОВ получает сразу все данные, которые были внесены в профиль. Фамилию, имя, отчество заявителя, телефон его и геолокацию, где находится данный заявитель. Информация потом приходит к нам от оператора ЦОВа. Развитие системы 112 Московской области выполняется в рамках реализации губернаторской программы «Безопасность Подмосковья». Мобильное приложение было запущено еще в июле 2017 года, и на сегодняшний день его скачали более 30 тысяч пользователей. Юлия Погосян, Сергей Ларин, Владимир Бежонов, Ольга Садовская. Видное ТВ.